На кастинг «Мисс Россия» отправится выпускница Северодвинской 27-й лингвистической гимназии. Более 20 девушек от 18 до 26 лет приняли участие в конкурсе «Краса Северодвинска». В финал прошли лишь 10 участниц. Им пришлось преодолеть несколько этапов – дефиле и интеллектуальный, после которого остались лишь 5 участниц. Звание второй вице-мисс пришлось разделить между 2 девушками – Юлией Павленковой и Еленой Чернышовой. Первой вице-мисс стала Екатерина Потяркина. Красой Северодвинска стала 18-летняя Наталья Семилык. Именно ей предстоит 21 июня отправиться на кастинг «Мисс Россия».